Строительно-монтажные работы в ДК на площади Пушкина полностью завершены. Смонтирована механика сцены. В зале уже вовсю идет установка светового оборудования. Перемены, произошедшие с начала ремонта, видны невооруженным взглядом. Буквально вот через каждые несколько часов у нас приобретается новое оборудование, что-то завозится, что-то оплачивается, что-то закупается. То есть буквально там на следующей неделе приезжает одежда сцены. К 1 августа приезжают кресла в зрительный зал. То есть все вот каждый божий день что-то приезжает, что-то мы принимаем. Сюда постоянно приезжают машины с доставками. И вот это вот какая-то беготня именно от последних таких дней уже. Убедиться в том, что работа не стоит на месте, в ДК пригласили родителей и педагогов. Им рассказали о ходе ремонта и планах по благоустройству территории. Значение таких проектов сложно переоценить. Конечно же, мы за счет своих, только своих средств, нашего бюджета муниципального это не смогли бы осилить, поэтому здесь очень важна поддержка области. Это грандиозный проект, тут грандиозная работа. Я не буду открывать все сюрпризы, которые увидят зрители, но будет оснащение по последнему слову техники. Оценив проделанную работу, проверяющие остались довольны. Ой, да сказка! Мы все думали, что конца и края не будет, потому что весь этот ремонт движется уже третий год. Дети то в шестой школе, то в азбуке. И мы думали, не дождемся. Дети скучают по руководителям, по сцене большой. А теперь с такой радостью, вот мы сегодня услышали отчет всей администрации, радости вот переполняется. По плану открытие обновленного Дома культуры состоится в начале сентября этого года.